Вот, дорогие друзья, новые 100 тысяч сумов. Очень хорошие 100 тысяч. Сейчас посмотрим обратную сторону. Вот они. Это приблизительно где-то порядка 12-14 долларов. 12. Вот такие красивые. Вот таких много нужно. Миллион тысяч сумов. Нужно их буквально в огромном количестве. А кто это здесь у нас? Мирзо Лукбек. Это внук Амира Тимура. Тимур хромой, Тимур железный. Всех побил. А теперь внуки печатают такое бабло.